О, кто там? Светить? Кто это? Светить? Маш, откуда? Я не знаю. Нормально, ты что, Джем родила? Маш. Вера, ты кто это? Света, ты что, открывала дверь? Нет, я. А кто приходил к нам? Никто. А мальчик твой не приносил? Нет. Да ладно, Маша, откуда у нас собака? Оставим. Нормально. Лер, ну серьезно, скажи, вы открывали дверь? Да я не знаю, откуда. Реально но не как, знаю. Но как могла взяться, откуда ты собака? Я сама не знаю. А Вова видел? Папа дома? Нет, он ушел. Может, когда он уходил, дверь открыли, она вошла? Нет, там никто не входил. Я с папой видела. Ну, слушай, ну я не знаю, надо отдавать. А кому? А что? Ну, тогда вот требуй, чтобы Лера что-то за это делала, если не будете стрелять. И что ты будешь делать? Я буду за ним ухаживать. Хорошо, каждый день убираешь всю квартиру и готовишь обед на всех. Ты что, я не умею готовить. Ну, я тебя научу. Ну, ладно. Я думаю, только оставить ее. Маш, ну что? Ну, оставим. Да ладно. Что, серьезно? Лер, ну смотри, будешь слушаться и все выполнять, и не ругаться с Валерой. Хорошо. И стирать мои вещи. Настя, ты уже слишком. Только для нее надо ошейнику.